Здравствуйте, я Владимир Попов, и это очередной выпуск экспертного мнения на YouTube-канале Кукмара. Выпекание хлеба дома – один из трендов последнего времени. Все больше людей отказываются от магазинного хлеба в пользу хлеба собственного приготовления. Домашний хлеб гораздо полезнее. В нем нет добавок, используемых производителями, улучшителей вкуса, консервантов, избыточного количества дрожжей и разрыхлителей. Для того, чтобы делать хлеб самим, понадобятся лишь базовые навыки и, конечно, хорошие формы. Такие, например, как формы торговой марки «Кукмара». Кукмарский завод металлопосуды много лет занимается производством форм для хлеба, которые используются как профессиональными хлебопекарными предприятиями, так и домохозяйками. Алюминиевые формы для выпечки хлеба торговой марки «Кукмара». Какие они? Хлебные формы торговой марки «Кукмара» выдерживают самую интенсивную эксплуатацию в течение многих лет. В ассортименте представлены 11 разных форм разной емкости. Прямоугольные, круглые, гофрированные, двух-трехсекционные, пятисекционные и даже семисекционные. В них получается превосходный хлеб, а также сдобные изделия, например, куличи и кексы. Формы легко очищаются, за ними не нужен специальный уход. Особенность форм для хлеба торговой марки «Кукмара» – алюминиевый корпус из литого пищевого алюминия, который обеспечивает равномерный прогрев, отсутствие подгорания и хрустящую корочку. Толстые стенки форм гарантируют практически неограниченный срок службы. Вы можете быть уверены, что формы не деформируются от жара, в отличие от тонкостенных форм и штампованного алюминия и стали. Хлебные формы, которые предлагает торговая марка «Кукмара», это добротные, качественные изделия, которые порадуют настоящего профессионала. И вот почему. Изготавливаются из ударопрочного алюминиевого сплава методом литья. Это крепкие, толстостенные изделия, которым не грозит деформация от жара в печи. Хорошо прогреваются благодаря хорошей теплопроводности алюминия. Приличная толщина стенок и массивное дно способствуют равномерному распределению тепла по всей поверхности хлебной формы. Экологически безопасны. Изготавливаются из пищевого алюминия, соответствуют строгим европейским стандартам качества и имеют российские сертификаты, поэтому взаимодействие форм с продуктами питания не грозит негативными последствиями. Исключительно долговечны, рассчитаны на многие годы интенсивной эксплуатации. Не подвергаются воздействию коррозии, а это значит, что кусочки металла не окажутся в готовых хлебобулочных изделиях. Имеют точные размеры и обработанную кромку, изготовлены в соответствии с государственным стандартом. По заказу на формы наносят логотип хлебозавода и антипригарное покрытие, которое предотвращает прилипание теста к стенкам без дополнительного смазывания маслом. Завод металлопосуды в городе Кукмар выпускает надежную, добротную посуду. Она известна далеко за пределами Татарстана. Хлебные формы из толстостенного алюминия торговой марки «Кукмара» – идеальное сочетание надежности и практичности. У меня на сегодня все. С вами был Владимир Попов и очередной выпуск «Экспертного мнения». Присоединяйтесь к нам и смотрите нас на YouTube-канале «Кукмара».